Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на расширенном заседании правительства Московской области подчеркнул важность работы по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Обращаю внимание каждого главы муниципалитета, что центр по предоставлению услуг должен работать безукоризненно, сказал губернатор. Во Дворце спорта «Видное» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя. В празднике приняли участие более 1000 работников образовательных учреждений района. Среди них ветераны педагогического труда, педагоги и наставники, молодые специалисты, победители приоритетного национального проекта «Образование». Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов службой ОГИБДД Ленинского района проведен рейд «Пешеходный переход», в ходе которого было выявлено 44 факта непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам, а также 65 нарушений пешеходами правил дорожного движения. Одиннадцатого октября во Дворце спорта «Видное» состоится очередная игра чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Видновская «Спарта» сразится с московским «Динамо». Начало 18:00.